Всем привет! Сегодня мы съездили за покупками к новогоднему столу. Рассказываю, что купили. Купили кукурузу и горошек, как обычно. Купили компотик, ананас шайбой в легком сиропе и персики половинки в легком сиропе. Багет для бутербродов. Две бутылочки Швепса коктейли. Кто-нибудь будет у нас замешивать. Селедочку для шубы, для салатика. Так, тут яблочки и гранаты. Это виноград. Свежий сегодня привоз был. Бананы. Ну и как без икорки красной? Икру красную. Так, колбаска сырокопченая. Колбаска мясная. Сырок Брест-Литовск. Вкусный сырок. Так, чипсы. Крабовые палочки. Форель слабосоленая. Так, дальше. Селедочка вот такую с укропчиком купили. Потом киви купили. Бутылочку русского игристого шампанского розовое Абрау Дюрсо полусладкое. И вот это какое-то тоже полусладкое розовое купили. И красное авторское вино, какое-то Финагория. Затем купили такой вот вкусный нарезку сделать к новогоднему столу. Фигованное сало. Сервелат фирменный. Потом сливочная паста из морепродуктов. Ну, какие-нибудь бутерброды сделаем. Масло сливочное купили. Затем колбаску вот такую купили вкусную. В Синюге. Орехи грецкие на торт. Конфетки шоколадные разных сортов купили. Всякие. Затем огурчиков купили свеженьких. Две апельсинки купили. Выбрали. Груши купили. Манго. Ну и еще мандаринок. Как без мандаринок? Мандаринок купили. Коробочку купили конфет каркунов. И лаваш, бутерброды какие-нибудь в лаваше, что-нибудь творить будем на новогодний стол делать. Вот наши на сегодняшний день покупочки. Ну и всех я поздравляю с наступающим Новым годом, с годом тигра. Ну, у нас вместо тигра вот кот выступает в этой роли. Желаю всем здоровья, благополучия, успехов и всех-всех земных благ в новом году.